Buenos días, dámy a pánové, já vás vítám u nesmírné série na hru. Tak, na hru. Metro 2033. Jsem si jenom potřebovala, jestli jsem předtím seděla tu masku. Dajte, zdravé letuče myši! Давай, давай! Мацкова. Идем один за другим! Приезжал! Обходите эту сволочь! Tak to je dobrá trefa. Pomá. Oh, suka, krásná, já našeho ubil! Potěry u nás potěry! Потери! Тебе крышка, гад! Нашего подстрелили! Вот. Несем потери! Ну-ка, муняка, ты... Dobrý den, hoši, děkuju. To se bude hodit. Musím se tobě přepnout. Co to mám tady? Výbušný granát. Říkám, že můžu rozprodávat, protože získat za to penízky, protože já to stejně vždycky najdu. Ještě něco tu bylo? Nebo? To bylo pěkný. Mě, až mi nerozmačí úplně. Což by pak nemuselo dopadnout dobře se mnou. Méně rozbitá aspoň. Má tam nějaké fleky, ale méně rozbitá.
Что? Кто здесь? Почудилось? Непонятно. Тревога, брат! Никому. Что здесь? Откуда? Коммуняки! А откуда сам знаешь? Ясно. Видит его кто? Я нет. Я тоже. Эй, урод красный, выходи! Тогда не больно убьем. А ну да, так он точно выйдет. Пожалеет, и скоро. Так, тогда там обрада. Скупить акция. Тревога! Красная! Где красная? Тревога! Враг! Что? Где? Откуда? Коммуняки! А что там знаешь? Прячется по полу. Черт! Где же он? Битый! Тревога! Красные идут! Тревога! Враг! Откуда? Коммуняки! А откуда сам знаешь? Ясно! Тогда не больно убьем. Прячется.
Ale dělej skoč tam, Artiome, nebuď debil. Ale jako upřímně asi mi to nevadí. Прячется мутант.
Сломит его, это вот такой. Ты допрыгался! Подсеми!
У нас потери! Черт, я пустой! Теперь мне было ясно, что черную станцию уже заняли фашисты. Но раз Ульман ждал меня там, я должен был рискнуть. Кто идет? Эй, рот красный! Выходи! Тогда не больно убьем! Долго. И где Павел? Неужели он... Ладно, об этом потом. Положение ухудшилось. Фашисты просто заполонили станцию. Тебе придется действовать одному, прости уж. Выруби их генератор, в темноте будет легче проскочить охрану. Вот, возьми. Я буду ждать тебя в заброшенном туннеле к полису. По папе скучаю. Твоя-то как?
Да откуда мне знать? Я их уже месяц не видел. Тревога! К бою! Черт! Красные! Вот он здесь! Черт! Я пустой! Ты допрыгался! Теперь тебе крышка! Получи! Несем победу! Sakra, jsem dělal celou dobu bez toho? Aha, dobré, no. Ještě furt jsme se nedostali tam, kde potřebujeme. Tak. Так. Грибы какие-то не те, что ли? Шорох? Почудил. Кто? Или показалось? Интересно. Вот бы сейчас крысятинки жареной. Да с грибной. Ну ладно, с брашкой. Хорошо. Слышал раньше историю о метро 2 и невидимых наблюдателях? Неа. Метро 2 – убежище советских богов на время Рагнарока, если силы зла одержат верх. Наше обычное метро – для стада. Метро 2 – для пастухов и их псов. Что? Он... Что? Эй! Что такое? Кто здесь? Прижал одного! Нашего подстрелили! Нашего убил! Ну-ка, муняка! Куда ты прыгал? No.
No, konečně jsem aspoň zjistila, čím se to hází. To je dobré vědět. No, to je dobré. Protože to tady můžu jako s klidem odpálit. To jako nikoho nezajímá. Ne? Dobře, výborně. Братишка, ты это сделал! Залезай сюда и передохни. Добре. Скоро мы будем в полисе. Это не просто мутанты, поверь мне. Это что-то новое, что-то страшное. Страшная вещь, да? Но на самом деле она не злее, ну, скажем, огня. Все зависит от твоего взгляда. Всегда старайся лучше разобраться в ситуации, прежде чем делать выводы. Теперь пойдем. Тут небезопасно. Трудно описать, что я чувствовал в тот миг. Я падал с ног от усталости и в то же время не мог сдержать улыбки. Я справился. Я доставил послание Хантера в полис. И теперь судьба моей станции была в руках куда более сильных, чем мои собственные. Я выполнил свою миссию. Эй, вы на дрезине! Глуши мотор! Не двигаться! Назовитесь! Мы фашистен, приехать захватить ваш станция! Ульма, ты что ли? Повезло тебе, что Иван Петрович тут нет. Он бы твоего юмора не понял. А это кто с тобой? Парнишка с северных границ. Веду его с Черной. Ну ладно, проезжайте.
Ладно, пошли. Короче, давай, панове, тепер покончим, типу, бо так виперла, як воно тільки в іншій частині. Скорий, я вірую. Метро 2043. Так, зіпаде, я сам не розумію.